Всем привет! Давно не выкладывал видео. Никакие. Так, что у меня произошло? Месяц назад, чуть больше месяца, уже поломал ключицу. Так что меня чуть-чуть тоже проапгрейдили. Теперь у меня вот такая вот штука на ключице, титановая. Огромное спасибо первой травматологической имени Пирогова. Ну и вообще всем медикам респект. Так, ну а сейчас про вакуумный насос. Все, кто пользуется вот такими вакуумными насосами, знают, что при длительном использовании начинает образовываться облако, ну, как у влагогенератора. Такая взвешенная пыль летает, только тут масло. Внутри, вот, открываем заливную горловину, здесь есть фильтр. Так он разбирается, вот так вытаскивается. Вот. Фильтр масляный есть. Масляный. Вот такой. Так выглядит это все. Когда долго работает вакуумный насос, в помещении образуется облако. И это масляное облако. Как мы можем это побороть? Нам понадобится, ну, я взял вот такую вот баночку. Так, по размерам она получается по дну 80 миллиметров. Она как раз становится вот так вот, со смещением, с небольшим будем устанавливать. Баночка поролон. Ну, я у себя пока нашел такую пороложку. Скручу ее. В дне вырезаем отверстие. Вот такая вот. Так, диаметр получается 23 миллиметра. Диаметр отверстия 23 миллиметра. И через это отверстие вкручиваем. Рука болит еще. Еще приблизительно месяц-полтора. Никаких нагрузок на правую руку. Так что, кто будет кататься на тюбе, будьте аккуратны. Выбирайте трассу. Я резиночку сверху прикручиваю, плотно прикручивается. Опа. Так. В крышке насверливаем отверстие или накалываем шилом. Я засверлил. Так, давайте установим. Поролонку, конечно, можно потоньше немножко взять. Как раз будет видно, что внутри происходит. Накрываем. Так. Ну что, попробуем. Сейчас включу. Есть.
Включаем. Сейчас я вас чуть поближе попробую поднести. Сейчас, минутку. Надо что-то резиновое взять, к чему отверстие. Так, побудьте пока здесь. Опыт немного не удался, все равно. Видно, надо еще чем-то гасить. Вот видите, туман идет. Да, видно. Вот. Так, не видно. Вот. Сейчас будем что-то пробовать. Ага, и вон. Еще. Так, взял вот такую вот сеточку. Сейчас попробую проложить ее под самым низом. Может быть, можно использовать вот эти металлические щетки для посуды, которые можно так прокладывать. Ну, давайте сейчас попробую вот эту сеточку здесь, посмотрим, что с этого выйдет. Сетка. Ну, поролонка, это получается тоньше не надо делать, она хорошо пропускает воздух. Так, пробуем. Так, ну посмотрим, теперь будет выделяться. Наверняка. Да, есть немножко. Но не такое уже количество выделяется. Видите? Ну, по крайней мере, уже не такой занавес. Так, может, кто знает, ну, на Алиэкспресс я нашел там фильтра для насосов. Ссылку оставлю в описании. Будем эксплуатировать, посмотрим, будет ли собираться вот здесь масло пары. Ну, вот так немного, конечно, идет дымок. Может, кто-то пробовал уже бороться с этим, подскажите, напишите в комментариях. Ну, вот так, до новых встреч, ставим лайки, не забываем. Счастливо!